4 августа. Выписывал косточки Валерия Константиновича абрикосов. И вот, что у меня на данный момент получилось. Сеянцы выросли хорошо. Вот некоторые даже толще карандаша получились. Высоту где-то сантиметров 70, наверное, вот. Где-то по грудь уже взрослому человеку, вот. Вот получается королевский. Фаина. Абрикос крупноплодный Железова. Рыжий. Артем, академик. Там еще дальше продолжение есть. Отлично приживаются косточки. После сертификации все сделано. И вот радует глаз. Очень хорошо. Спасибо, Валерий Константинович Железов из Саяногорска.